Приветствую всех, кто заглянул ко мне в гости в далекую Австралию. Сегодня я буду делать расклад на тему, предложенную одной из моих подписчиц на Инстаграм. И тема называется «Поиск работы». То есть мы посмотрим, каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время. То есть для кого актуален этот расклад? Для тех, кто находится в поиске. То есть, может быть, вы работаете, но уже подыскиваете что-то другое. Либо вы находитесь без работы и хотели бы устроиться на новое место. Карты также ответят на вопрос, найдете ли вы работу в загаданный период времени. Поэтому, пожалуйста, проговаривайте период времени, который вы хотите посмотреть. То есть для кого-то там неделя, для кого-то месяц, для кого-то три. Ну и, безусловно, мы посмотрим совет от карт, что вы можете сделать для того, чтобы найти работу как можно скорее. Всего будет 8 вариантов. Ваша задача расслабиться, проговорить ваш вопрос. То есть, каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? Определяйтесь, пожалуйста, с вашим выбором. Всего 8 позиций. Я буду начинать. Остальные карты буду дотягивать по ходу. То есть, каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? Вы знаете, как по перевернутому шуту может подвернуться ситуация, которую вы не ожидали абсолютно. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь у нас по шуту. Потому как может быть ситуация, что вам что-то предложат, то, на что вы абсолютно не рассчитывали. Да, это может быть для тех, кто работает, предложение о переходе на новую должность, например, которую вы даже, ну, как бы не знали о ней, да, и ничего не слышали. И тут вам говорят, что у вас есть вот такой шанс, такая возможность. Поэтому давайте посмотрим, чего это может касаться. Смотрите, информация на данном этапе закрыта, но здесь признают вас как высококлассного специалиста, как человека, который хорошо коммуницирует, лидера по своей природе, того, кто может вести за собой массу. И, соответственно, вам действительно может быть здесь предложение о повышении. То есть вы можете здесь перейти на более высокую должность. Для тех, кто находится в поиске работы, не занимает никакой должности на данном этапе времени, здесь может проиграться, как неожиданно может подвернуться вам случай. Например, оказались в нужное время, в нужном месте, и, соответственно, это для вас проиграется в плюс. Хорошо, найдете ли вы работу в загаданный период времени? Давайте посмотрим этот момент. Найдете ли вы работу в загаданный период времени? Выпадает карта отшельник. Хорошо проиграется для тех, у кого свой собственный бизнес. То есть, если собирались свой собственный бизнес открывать, да, то здесь проигрывается достаточно хорошо. Для тех, где же кто ищет, по четверке пентаклей. И по тройке жезла, безусловно, да. Смотрите, как. Для тех, кто работает, смысла уходить с данной работы нет, потому что может на данном текущем месте подвернуться что-то для вас, что проиграется в плюс, и, соответственно, могут произойти позитивные изменения. Для тех, кто находится в поиске, да, по тройке жезлов будет исполнение вашего желания, но, безусловно, проиграется для тех, кто уже начал что-то делать. То есть, либо уже проходил какие-то интервью, либо разослал свои резюме, то есть уже идет получение результата того, что вы сделали раньше. Хорошо, и как совет, что вы можете сделать для того, чтобы получить эту работу как можно скорее? Шестерка мечей. По шестерке мечей здесь однозначно идет улучшение ситуации, то есть движение в более позитивном русле. Что вы можете сделать? Оставить позади негативный опыт, который у вас был, и двигаться вперед. То есть не нужно фокусироваться на прошлом,
нужно сфокусироваться именно на построении своей карьеры, на будущем, на продвижении вперед. Хорошо, для тех, кто выбрал вариант номер два, каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? Великолепные, по тузу жезлов. Перспективы очень манящие. Безусловно, здесь начало новой работы, здесь начало новых проектов, движение вперед и так далее. То есть карта замечательная. Даже ничего дотягивать на нее не буду. Хорошо, а какие ваши шансы найти работу в загаданный период времени? Двойка кубков. Здесь заключение контрактов, подписание договоров. Однозначно ответ говорит «да». Трудоустройство в загаданный период времени для вас состоится. И что вы можете сделать для того, чтобы как можно скорее найти работу? Как совет? Здесь карты перевернутых любовников. Смотрите как. Совет не держаться за то, что не работает для вас. Да? То есть отпустить прошлое и двигаться вперед. По тройке кубков, безусловно, может быть поддержка от друзей и знакомых в поиске работы. И что самое интересное, для второго варианта может проиграться такой момент, что, знаете как, как стоите на автобусной остановке, долгое время нет ни одного автобуса, а потом приходят все три сразу. То есть к чему я это? К тому, что может поступить не одно предложение, а несколько предложений, и вам даже придется выбирать, то есть что вы хотите больше, это или то. Так что второй вариант здесь прекрасные перспективы, с чем я вас и поздравляю. Так, третий вариант. Каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? По императору, безусловно, эти шансы высоки. Особенно, если вы сможете как бы получить поддержку, скажем так. Чаще всего это проигрывается как либо партнеры, либо статусный человек, да, то есть либо специалист, там, скажем, агент по трудоустройству высокого уровня и так далее. Но шансы у вас найти работу в ближайшее время, да. И здесь помощь в этом может оказать вам, как правило, проигрывается мужчина. То есть это может быть ваш партнер, это может быть бывший работодатель, это может быть просто человек, у которого свой бизнес, да. То есть здесь идет все плюс. Хорошо, найдете ли вы работу в загаданный период времени? По двойке пентаклей, понимаете, как проигрывается? Могут быть какие-то варианты туда-сюда, но как такового трудоустройства. Да, я вижу. По девятке пентаклей, безусловно, да, найдете работу в загаданный период времени. Здесь все хорошо проигрывается. То есть кто-то вам поможет в данном вопросе. Здесь однозначно вот будет вам предложение о работе, возможно, даже несколько предложений. Работа такая сладкая, хорошо оплачиваемая, потому как по девятке пентаклей в сочетании с рыцарем кубков и двойки пентаклей, безусловно, это проиграется все в плюс для вас. Хорошо, а что вы можете сделать для того, чтобы найти эту работу как можно скорее? Выпадает паж жезлов, и эта карта говорит мне о том, что как минимум вам нужно разослать резюме, начинать подаваться. И, безусловно, здесь идет получение нового опыта. Поэтому можете попробовать подаваться на какие-то смежные позиции. Да, и, безусловно, добавить что-то в ваше портфолио. Какие-то курсы, какие-то новые знания, какое-то, может быть, самообразование, да, то есть, чтобы так выделяться на уровне ваших конкурентов, которые подаются на данные позиции. То есть, нужно что-то подучить, нужно что-то посмотреть, что-то добавить в свое резюме. И, безусловно, здесь нужно проявлять активность, активно подаваться на те позиции, которые вы хотите получить. Хорошо. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, по Иерофанту, безусловно, шансы получить работу у вас будут в это время.
И по Иерофанту часто проходят большие организации с установившимися традициями. То есть это могут быть финансовые организации, это могут быть банки. Возможно, даже какие-то государственные организации, достаточно такие статусные. Кроме всего прочего, могут проиграться как школы, университеты. Если вы, например, преподаватель, ищете работу, то по четвертому варианту, да, здесь шансы, безусловно, есть. Хорошо, а найдете ли работу в загаданный период времени? Рыцарь мечей и королева мечей. Смотрите как, может проиграться хорошо для тех, кто ищет работу в юриспруденции, то есть это юристы, это может быть даже врачи, какие-то юридические моменты здесь. И здесь, безусловно, будет общение на эту тему. Хорошо, найдете ли? Да, смотрите, здесь по десятке старший аркан, колесо фортуны, говорит о том, что судьба сама преподнесет вам подарок, в том плане, что появятся какие-то шансы, которыми следует воспользоваться. То есть здесь даже от вас не столько нужно усилий, как вот судьба вам будет благоволить в поиске работы. Кстати, королева мечей может быть женщина воздушной стихии. Как правило, это водолей, весы, либо близнецы, которые могут вам помочь в трудоустройстве. Хорошо, а что вы можете сделать для того, чтобы найти работу как можно скорее? И опять, смотрите, выпадает карта суд. Что вы можете сделать? Прислушиваться к своей интуиции в плане поиска работы. И, безусловно, по суду, скорее всего, это проиграется, этот четвертый вариант, для тех, кто, безусловно, работает либо в госструктурах, либо врачами, либо юристами и так далее. Вам, понимаете как, нужно посмотреть в глаза своим страхом и просто двигаться в этом направлении, которое вы выбрали, которое интуитивно вы считаете правильным направлением для вас, потому как заключение здесь контракта по этим картам действительно проигрывается. То есть работу вы здесь, скорее всего, получите. Хорошо, для тех, кто выбрал пятый вариант. Король жезлов, ваши шансы найти работу в ближайшее время. Вы понимаете, как здесь, как таковых шансов, которые идут вам в руки, нет. И король жезлов, мужчина огненного знака, чаще всего проигрывается как овен, лев, либо стрелец, может вам препятствовать в этом. То есть это может быть ваш партнер, который не желает, чтобы вы устроились на работу, либо это может быть для мужчин, например, соперник, который не желает, чтобы вы устроились, получили эту работу. Да, то есть здесь шанс как таковой вам в руки не идет. Хорошо, а найдете ли вы работу в загаданный период времени, несмотря на это? Вы знаете, нет, к сожалению, по повешенному, это старший аркан, здесь идет ситуация, когда все как бы застыло и поставлено на паузу. Здесь, к сожалению, получение работы в данный период времени нет. Хорошо, давайте я посмотрю, что же вы можете сделать, чтобы преломить эту ситуацию. То есть, что вы можете сделать, чтобы найти работу как можно скорее? Смотрите как. По семерке чаш здесь вам нужно определиться с тем, что вы можете получить и что вы хотите получить. Потому как, может быть, работа не проигрывается в данный момент времени по той простой причине, что вы сами еще не определились, чего вы хотите. Может быть такой момент, что, например, по четверке
Жезла, вы ищете работу из дому, да, или хотели бы работать из дому. Этот вариант не подворачивается, да. Или может быть такой вариант, что вы не знаете конкретно, чем бы вы хотели заниматься. Либо вы видите много позиций, не знаете, на что податься именно, да. То есть здесь вам нужно определиться. Хорошо, а если вы определитесь, тогда что вам? Двойка жезлов. Ну, смотрите, на данном этапе я смотрю, что вы пытаетесь найти работу, либо трудоустройство где-то, возможно, временного характера, чтобы хотя бы получать доход из двух источников. Но, опять же, хочу обратить ваше внимание, что здесь многое зависит от того, чтобы вы определились, чего вы хотите, и, опять же, посмотрели реально на вещи, чего вы можете достичь. То есть, если вы обратили внимание на какую-то позицию, оцените трезво, можете ли вы претендовать на эту позицию, достаточно ли у вас навыков, да, и опыта работы, чтобы пойти именно на эту позицию. Поэтому в перспективе, да, может быть получение дохода как минимум из двух источников, может быть несколько предложений в будущем, но в тот период времени, который вы загадали, здесь трудоустройства нет, к сожалению. Хорошо, для тех, кто выбрал шестой вариант, каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? Туз кубков говорит о том, что шансы у вас великолепные. Работу вы найти можете, шанс подвернется. И кроме всего прочего, по тузу кубков, это может быть работа, которая вам будет безумно нравиться. То есть это что-то креативное, что-то, что вам придется по душе. Хорошо. А случится ли это в загаданный период времени? То есть найдете ли вы эту работу в загаданный период времени? Смотрите как. Да, найдете работу в загаданный период времени, но по пятерке жезлов будет ситуация очень жесткая конкуренции. И здесь вам нужно быть, как говорится, семи пядей во лбу, чтобы конкурировать и отстаивать свои позиции. То есть однозначно здесь вы должны показать, что у вас есть и нужный опыт работы, и нужные знания, и навыки, и что вы эту работу, безусловно, очень хотите, и то, что вы будете на своем месте на этой работе, да, и сможете принести пользу компании. Вот, поэтому здесь свои интересы отстоять вы сможете. Но опять предупреждаю, что конкуренция будет достаточно жесткой. Но как итог, найдете ли вы работу в загаданный период времени по императрице? Безусловно, да. И что вам для этого нужно сделать? Солнце. Ну, безусловно, здесь играет важную роль именно ваш самонастрой. Да, здесь нужна ваша вера, желание найти работу и вера в то, что вы ее получите. Безусловно, этот вариант проигрывается великолепно. По солнцу здесь может быть и еще общение, и сейчас посмотрю. Смотрите, как и солнце, и звезда. Могу сказать, что на позиции идете вы сладкие, позиции идете очень высокие. Хорошо проиграется также для практиков, для медийных людей, то есть для тех, кто достаточно известен, да. То есть здесь все проиграется в позитиве, и, безусловно, работу вы эту получите. Поэтому поздравляю, здесь все очень радужно. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, восьмерка пентаклей. Каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? Безусловно, вам выпадает рабочая карта. Восьмерка пентаклей говорит о том, что да, такая возможность подвернется, и это будет не низкая позиция, это будет позиция, которая поможет вам расти, совершенствовать свой опыт, свои навыки. Да, поэтому замечательно все здесь. Хорошо, посмотрим, найдете ли вы работу в загаданный период времени. По силе, безусловно, да, в загаданный период времени работу найдете, потому что, ну, сила, она, карта говорит сама за себя. То есть здесь у вас есть и навыки, и знания, и перспективы поиска работы, и желание найти работу в это в загаданное время. Поэтому здесь все очень хорошо. Что вы можете для этого сделать?
А вы смотрите как, здесь очень интересный седьмой вариант, здесь по перевернутой колеснице вам даже не придется как-то особо напрягаться, потому как все идет по девятке кубкам вам само в руки. То есть это может быть позиция, которая вот просто так исполнилась, ваше желание, и все, вы просто получили то, что вы хотели. Вот, поэтому единственное, что по семерке по старшему аркану, да, по колеснице. Здесь, знаете как, в плане работы не нужно менять ничего, не нужно вот передумывать что-то. Вот как вы решили, куда вы подаетесь, да, вот так и действуете. То есть не нужно менять направление ни деятельности, ни направление своих действий. Вот как вы ищете, как вы делаете, так этими занимаетесь, потому что именно этот вариант и проиграется для вас в позитиве. То есть девятка кубков – это исполнение желания, поэтому здесь все прекрасно. Работа будет как та, которая вам нравится. Вот вы получили свой куш. Хорошо, для тех, кто выбрал восьмой вариант. Восьмерка жезлов. Каковы ваши шансы найти работу в ближайшее время? К сожалению, по восьмерке жезлов нет движения, нет продвижения. То есть может быть тот вариант, что вы не особо сильно ищете работу, но шансы сами в руки здесь не идут. Хорошо, давайте смотреть, а найдете ли вы работу в загаданный период времени? И по королеве жезлов перевернутой, вы знаете, нет. Здесь, к сожалению, получения работы в загаданный период времени тоже нет. Хорошо, что вы можете сделать для того, чтобы найти работу? Как можно поскорее, да? Что вы можете сделать, чтобы преломить эту ситуацию? И выпадает двадцатка. 20-й аркан, старший аркан. Называется он Judgment. Суд. Он говорит о том, что в данном вопросе вам нужно принять правильное решение. Может проиграться для тех, кто пытается не только поменять работу, но и сферу деятельности. То есть здесь вам нужно определиться, чего вы хотите и в каком направлении вам двигаться. Потому что по суду здесь идут такие достаточно судьбоносные перемены именно в плане карьеры. Хорошо, я уточню, что здесь есть. И смотрите, карта смерть. Эта карта говорит о трансформации. То есть, возможно, то, чем вы занимались раньше, вам уже больше не подходит. Вам нужно менять сферу деятельности. И по двойке мечей, в принципе, потом вы даже сможете получать, возможно, доход из нескольких источников. Единственное, что вам здесь нужно определиться, что вы хотите. И эта карта объясняет мне, почему не подворачиваются шансы, почему вы не находите работу в загаданный период времени, потому как вы сами ушли в себя для анализа того, что вы хотите делать в жизни, да, в долгосрочной перспективе, что для вас будет работать в плюс. Хорошо. Здесь карты говорят о том, что вам нужно реалистично посмотреть на свою карьеру и определиться с тем, что вы хотите делать, в принципе. И тогда вам подвернутся возможности. Ну что же, я благодарю всех за просмотр данного видео. Буду очень признательна за обратную связь. Пожалуйста, напишите мне, как проигрался, либо не проигрался для вас данный расклад. Я буду очень благодарна за обратную связь. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, добра, благополучия. С вами была я, Надя Энджело.